сегодняшней итоговой коллегии Министерства культуры была сделана с использованием современных аудиовизуальных технических средств. Это касалось и стендов, рассказывающих о театральных достижениях республики, статистики посещаемости. Это касалось и рассидки почетных гостей. Все было сделано с учетом требований наших дней. Говорили о вкладе ЮНЕСКО в развитие татарстанского наследия духовного, в том числе о острове Граде Свияжской Болгари, о фестивалях созвездия Юлдызлык и Безнен Заман и о том, как, собственно, Татарстан может войти в федеральную программу 2020 года по реализации программы, относящейся к празднованию столетию образования ТССР. Об этом говорилось на трибунах в сегодняшнем вечере. Значительное место в плане мероприятий занимает культурная составляющая. Театры, музеи, кино, литература и музыка. Все виды и жанры профессионального творчества и искусства должны представить разнообразную палитру культурных достижений нашей республики. Ну и большая часть сегодняшнего времени была отведена самому важнейшему из искусств, о котором говорил когда-то господин Ульянов Ленин. Это кино. О том, как сегодня посещают кинотеатры, что нужно для того, чтобы кино охвачено было как можно большими регионами, кто ходит в современные кинотеатры и как работает современная отрасль кинопроизводства нашей страны. Вот было сказано, что в Татарстане уже открыто более 20 модернизированных кинозалов. С помощью этой программы мы решаем важнейшую задачу, мы обеспечиваем доступ к современному, свежему, премьерному кино жителям малых городов, ну и, собственно, тех населенных пунктов, где когда-то в советские годы были кинотеатры, потом они закрылись. Дмитрий Пивоваров, Роман Фенин, телеканал «Эфир».